Үтөкүнен сайдам саха жана эги бужу кускай бирини карагат. Быйыл сакавыт сергер өрүс транспора кәлбіте сүйіс түйден сылағы үбілейін белейтір. Тұғынча ағыз 162 сылаққа бұ речпорт аместетігер амбастықы пароход тіксі біте корапыт сайдытығар саңа сүйрәні келдер біте. Онтын мен бұ ұ транспорын тематығар историятығар өседерінік керекпен бағарамын ол тұғыттын білігін біхеге жоқұскайдағы ұ транспорын институтын үйінен үлелер өрүс үлехеттерін музейгер тиехіт жақпыт. Бүгінгі тәхарын ұтчылы болуға бірге болын. Ну что ж, мы пришли в музей Ленских речников. Будет мне проводить экскурсию, так скажем, основатель этого музея Александр Сергеевич Павлов. Здравствуйте! Добрый-предобрый день! Расскажите, пожалуйста, как же все это начиналось и когда? С огромным удовольствием, с огромным удовольствием. Вы знаете, началось все, я так думаю, когда в те годы, когда я учился здесь же, в Якутском речном училище. 72-го, да, 72-го по 76-й год. Естественно, я видел фотографии пароходов старых, меня это очень интересовало, и я себе начал делать коллекцию, чисто для себя. И вот, когда набралось большое количество фотографий, и даже некоторые чертежи были, появилась вот такая мысль, вот что-то, но перед этим я еще отслужил в армии. А в армии, вы знаете, что получилось? Меня, как бы сказать, обязали оформить ленинскую комнату. Это для людей, которые рисуют и которые умеют что-то делать руками, это традиционная задача. Традиционная задача оформления ленинской комнаты. И вы знаете, мне это помогло вот в чем. Когда я пришел, и вот мысль, когда меня посетила о музее, а почему бы не сделать музей? Передо мной встала вот эта ленинская комната. И дальше все было, вот пошло как-то по накатанной. Я пришел к начальнику речного училища, он меня помнил еще, слава богу, и предложил ему сделать вот в одной из аудиторий, вот такая же аудитория практически, вот выставку, экспозицию, посвященную истории Ленского флота. Меня поддержали. Давай. Сделали, всяко бывает. Сделали ремонт. А в это время я как бы уже продумывал экспозицию, что будет. Ну, ленинская комната – это в основном плакаты, а у меня там музей. Был очень интересный момент. Значит, я решил попросить документы для музея у Богатыревой Марии Афанасьевны. Богатырев Афанасий Данилович – это легендарнейший капитан. Но самое это интересное, что эти документы Афанасия Даниловича Богатырева у нее просил и музей краеведческий, республиканский, имени Ярославского, и музей Арктики и Антарктики в Ленинграде. И, в общем, какой-то государственный исторический музей Октябрьской революции, потому что Богатырев активный участник установления советской власти. И она никому не давала. А нам для музея она дала. Это было, конечно, чудо. И у музея сразу появился статус. Потому что документы Афанасия Даниловича Богатырева. Параллельно я еще занимался подготовкой моделей. Мы сделали при Якутском речном училище кружок судомоделистов, ребята ходили, и вот тут вот несколько моделей изготовлены в этом кружке. Да, есть модели, которые я сам делал своими руками, но одному это невозможно. Но основная модель была как бы гвоздь экспозиции, это пароход Лена. Пароход Лена, да, Богатырев, кстати, на ней работал. Пароход Лена вообще легендарный. Он пришел сюда на Лену морем. По Северному морскому пути в 1878 году с экспедицией, знаменитой экспедиции Норденшельда. Вот. А заказал пароход купец Сибиряков. Ну, тоже это вообще сверхизвестная личность, золотопромышленник, богач, который разорился на развитие Северного морского пути. Он, конечно, очень много сделал, но сил ему не хватило. Вот. И вот эта первая экспозиция была открыта 22 апреля 1980 года. Ну, как-то угадали, что там день рождения дедушки Ленина. Вот. И, конечно, люди, когда приходили, они уже могли увидеть. Конечно, деды себя искали. Так. Про меня тут это есть. Страшно были довольны, когда находили свою фотографию или там своих друзей. Вот. И дальнейшее продолжение... В 82-м году прошло.
пришел новый начальник пароходства, Минеев Вячеслав Александрович. Он сменил Дубровского. И Минеев Вячеслав Александрович, он, оказывается, когда в Новосибирске работал в порту, у него был музей Новосибирского порта. И когда он обошел эту маленькую экспозицию, как бы, грубо говоря, ленинскую комнату, он сказал, знаете, я даже уже эту шутку повторяю иногда, он сказал, как товарищ Огурцов в «Карнавальной ночи», он говорит, ну что ж, работа проделана хорошая, большая, так дело не пойдет. И нам выгородили огромное 180 квадратных метров выставочной площади, разгородили в старом общежитии кубрики. Все это вот там мы видели чертежи, которые я разрабатывал. Давайте, что, может, подойдем, что, да, что, да, что должно быть в каждой из комнат. Вы знали, вы знаете, я, такую огромную, да? Я об этих рисунках, об этих своих чертежах, я, конечно, уже 1000 лет забыл. Это вот 80-е годы, да? Это уже 82-й год. 82-й. Вот она модель, вот она так стояла. Ага. Причем я на стене делал панно. Вот здесь был нарисован пароход «Лена» в море, идущий в море. И, в общем-то, в 82-м году вот этот музей шикарный был открыт. Ну, то, что сегодня мы находимся в небольшом сравнительном помещении, конечно, это сила обстоятельств. У нас здания ветшают, к сожалению. Вот общежитие речного училища, которое мы все помним, четырехэтажное, оно, ну, потеряло устойчивость и, в общем-то, и как учебный корпус главный, но это все 50-е годы. В этом году 140 лет со времени прихода самого первого парохода. Это да. Да. Первый пароход, ну, я раньше читал всякие небылицы про первый пароход, потому что не было достоверных документов. Сегодня документы есть, и чертежи, и фотографии, и все-все-все. Это был мощный, хороший, прекрасный пароход. Значит, Святой Тихон Задонский. Он был построен в Бельгии, то есть это был по тем временам, ну, очень современный пароход. И он даже я сейчас вижу, то, что он потрясающе красивый. Конечно, конечно, он длиной более 60 метров. А самое-то главное, что это был мощный пароход, который мог работать на Витиме. Река Витим, это мощное течение, мощное. Это, как бы сказать, ну, камни. Не всякое выдержит. Камни, совершенно правильно. То есть, а прииски-то располагались все в верховьях Витима. И до приисков-то надо было все вести. Вот. И вот эти пароходы, вслед за ним появился пароход Святой Иннокентий. Потом в советское время он коммунист был, но вообще красавец. Значит, это мы делали специально календарь. Я нашел фотографию хорошую этого парохода «Коммунист». И мы вот прославили, так сказать, святой Иннокентий. Начало, вот. Да. 1862 год, да? Да, да. Ну, пароходство до революции развивалось не очень-то такими темпами. Не сравнить, допустим, с Амуром, не сравнить с Волгой, там вообще тысячи пароходов. У нас до революции работало 40 пароходов. Конечно, все эти пароходы в основном в интересах золотопромышленности работали. Ну, то есть основные деньги крутились там на приисках. Ага. Поэтому наши якутские купцы, помимо пушнины, туда возили рыбу, продукты, потому что порядка 10 тысяч человек ежегодно работали на приисках, добывали золото. Значит, но до золотопромышленников, до пароходов у нас же был сплав. Дело в том, что вот как бы путешествующие люди удивлялись, что вы знаете, а на Лене это оживленное судоходство. Но это оживленное судоходство состояло из сплавных одноразовых однорейсовых судов «Карбоза» и «Пауски». Вот смотрите, значит, когда мы делали первую экспозицию музея, у нас же напротив речного училища был забор с дырочками. Вот. Вот такие суда вот были самодельные, да? Ну, они не самодельные, это были артели, строили. Это тоже вот эти вот макеты карбозов из первой экспозиции. То есть вот такое строили весной, нагружали грузом, и все это потихонечку самосплавом шло в Якутск. Здесь, в Якутске, все это разбирали, строили тротуары. Это как раз отверстие для шкантов. Крепление было деревянное. То есть ни одного гвоздя. Вот так вот. А смотрите, какая плаха мощная. Вот. То есть это даже не пилой делалось.
Ну, и вот в навигацию в Якутск приплывало до 1000 вот таких вот, вот карбазов и паузков. Паузок, вы видите, он накрытый. Да. Он мог служить и как магазин. Да, то есть вот он подходит к берегу Якутска, выбрасывает трап, значит, заходи, а там прилавок, и выбирай товары, покупай. Тут написано прямо торговая контора «Холбос». Но это мы попозже написали, позже. А до этого были частные купцов, Щелкунов, Метелев, Черных, Кушнаревы, Громовы. Кушнаревы, то есть на таком тоже, да? Конечно, конечно, все сплавляли. Не у всех же пароходы были. Огромнейшую роль пароходы сыграли во время гражданской войны. То есть у нас 1922 год, 100 лет назад, это не только образование Якутской ССР, но это еще и образование Ленской военной флотилии. Ага. Ведь у нас же были вооруженные пароходы с пушками. Ага. Почему, собственно говоря, и получилась быстрая ликвидация Пепеляевского мятежа и прочих-прочих. Ведь Якутск в 22 году был в осаде. Повстанцы осадили. И, в общем-то, конечно, хотели большевизм... жить без большевиков. Ну вот, не получилось. Пришла Ленская военная флотилия, ну и пушки уже, как бы сказать, против пушки уже не возмутишься. Вот. Значит, огромнейшую роль Ленский флот сыграл в годы войны. Дело в том, что железная дорога и вообще вот эти пути подвоза грузов к верховьям Лены, они были отсечены военными перевозками, ага, потому что железная дорога возила только военные грузы. Все. И, как бы сказать, и все снабжение Якутии шло из Америки и Канады морем. То есть приходили морские пароходы в Тикси, ага, перегружали все это на речные пароходы, и, значит, все это доставлялось сюда, в Якутск. Единственный путь это был именно морской. Оставшийся. Единственный оставшийся. Ага. Потому что по железной дороге невозможно было ничего привезти, потому что все военные, боеприпасы, военные перевозки, техника, топливо. А у нас-то через Якутск, вот я говорю, интересно, через Якутск пролетело 8000 американских самолетов на фронт. Так, да? Угу. Известная история. А топливо, они же жгли топливо, вот, топливо, смазка, запчасти, автомобили, все это вот шло пароходами. Да. И вы знаете, многие удивляются, когда я говорю, а вы знаете, почему аэропорт находится у нас на берегу реки, вдоль берега реки? Ну, не знаем, так удобно. Нет, говорю. Просто баржи, когда подходили, бочки с бензином выкатывали и катили вручную к самолетам. Ну а сейчас мы поподробнее познакомимся с интересными экспонатами. Регина Антоновна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, я очень готова узнать. Очень интересная здесь выставка. В 1932 году был открыт Якутский речной техникум. Одновременно с ним было открыто педучилище и медучилище. Это как необходимые элементы развития нашей республики Саха-Якутия. В то время республике было 10 лет. В этом году исполняется 100 лет республики Саха-Якутия. И вот мы обращаем внимание на самое первое здание. Оно было одноэтажное, оно было очень сложное. Потом было построено само второе здание. И был чуть позже построен четырехэтажное общежитие Якутского речного техникума. Вот оно. Но одна особенность. Вот это красивейшее здание в городе. В 1997 году, на историческую дату, 12 июня, годовщина Российской Федерации, оно обвалилось. И решили, что здание речного училища не будут восстанавливать. Но поднялись наши выпускники, обратились к министру транспорта, обратились в правительство Российской Федерации, президент Штыров, Долженко, Штыров, Чистяков, вот он, начальник училища Попов, и подняли вопрос о строительстве нового учебного корпуса. И вот этот прекрасный новый учебный корпус был открыт 4 марта, 2005 года. И мы обращаем, нам вот остался макет. Мы находимся вот в этом здании нового учебного корпуса. Сама легендарная личность в республике Саха-Якутия, память о котором у всех речников, самый уважаемый человек Афанасий Данилович Богатырев,
Когда его теплоход заходил в бухту Тикси, ему салютовали все экспедиции, потому что он заходил, он привозил топливо, он привозил жизнь пароходам, которые безжизненно стояли в бухте Тикси. Вот этот штурвал с парохода «Лена», на котором работал настоящий, подлинный, на котором работал Афанасий Данилович Богатырев. Там рында у нас есть, которую сама мы делали колокольный звон. Почему он ценен так для нас? Во-первых, удивительный человек, который набирал команду 50% русских, 50% саха. Ага. Для чего? Для того, чтобы русские изучали якутский язык, а якуты изучали русский язык. Почему? Он хотел выдвигать кадры именно из народа саха. Сам вышел из народа саха. Первый раз он попал на пароход «Лена». И потом, когда 19 лет ему было, он тоже попал второй раз и остался на долгое время в пароходе «Лена». Вот сама... Он не заканчивал высших учебных заведений, но он чувствовал реку. Вот это основной его стиль, его стихия. Он чувствовал, где мель, где глубоко. Он понимал команду. Команда у него была – это общее. И если что-нибудь случалось, все проблемы решали вместе. Вот сама вот такая особенность Афанасия Даниловича Богатырева. Ну что ж, дорогие телезрители, мы теперь узнали, имя какого легендарного человека носит улица Богатырева. Наше учебное заведение закончили замечательные выпускники. Среди них есть представитель правительства Кайдышев. Вот Юрий Кайдышев, обратите внимание. Также самый знаменитый человек, которым гордится наш речной техникум, речное училище, сейчас Сибирский институт водного транспорта. Легенда Юрий Платонов, эстрады. Легенда эстрады, который открыл театр эстрады. Вот это его курсантская фотография. К сожалению, в прошлом году его не стало. Но сама, он писал удивительные книги. Он нам оставил удивительные свои воспоминания, которые назывались «Года курсантские». Ну вот это преподаватель Якутского речного техникума. Позже было открыто высшее образование. И сама в Республике Саха-Якутия. Здесь... Вы видите, первоначально небольшие выпуски, небольшие группы. Они по окончанию ездили сдавать госэкзамены в Новосибирский институт водного транспорта. И позже у нас здесь открылось свое речное высшее образование. Вот здесь обратите внимание вот на этот экспонат. Там вот этот экспонат на дамбе, когда было наводнение большое в 2000 году. А потом вода ушла, ребята обнаружили вот эту лодку. Это реальная лодка, ее отмыли, как смогли, привели в порядок и сама принесли сюда, поставили в музей речного транспорта. Великая Отечественная война, наверное, боль в сердце каждого. И когда заходишь в этот зал, каждая фотография спрашивает, для чего нужен музей? И каждый человек как бы с тобой говорит, расскажи обо мне. И вот недавно нашу экспозицию, это наш выпускник Вишняков Прокопий Сама Филиппович, его правнучка принесла к нам зачетную книжку. И по ней мы можем узнать, а какие же какие дисциплины, какие оценки изучали. Также вот здесь вы видите призыв в 1943 году в военкомат. Он служил в авиации, у него была очень интересная жизнь в 2006 году. Его не стало. А вот здесь тоже не менее уникальный экспонат. Мы нашли вот это расписание. 1942 год. Расписание. Военное обеды, время. Ужины, военное время. Четко все и ясно работало. Ух ты! Среди речников 5 героев Советского Союза. И среди них Клавдий Краснояров. Ага. Вот здесь вы видите его семью и его письма. Сама Клавдий Краснояров погиб в деревне Листвень. Он вот в этом доме строчил пулемет немецкий. Он бросал гранаты. И когда не стало гранат, он своим телом закрыл амбразуру. Но спас молодых мальчишек, которым было 18 лет. А ему было 33 года в это время. Время уходит, а память остается. И в памяти у нас остаются те люди, без прошлого не было бы будущего. Вот эта особенность. Мы говорим о героях Великой Отечественной войны. И мы говорим... Нет у нас подводников, да есть, ребята, подводник. Единственный подводник Республики Саха-Якутия, тогда Якутской автономной Советской Социалистической Республики, который жил в Пелидуе. Это
Гусев, он был комиссаром на подводной лодке С-7. Вот подводная лодка С-7, когда ее подбили. Всех лодок было 10, С-10. Он был на С-7. Их очень сложно было запеленговать немецкой разведкой. И особенность была такая, что у них нужно было зарядить батарею, как только показалась лодка, тут же их уже контролировали. У речников нет могил, но у речников есть координаты памяти. И вот когда координаты памяти приходят судно с родственниками, с курсантами, которые учатся, продолжают военное дело, и на координаты памяти спускают венок памяти. То есть такая традиция, венок памяти, да? Такая традиция. Венок памяти, то есть координаты памяти. Вот сама вот эта особенность, сама особенность. Очень интересно. Речного флота. Сама. Ну, еще подвиги бывают не только во время Великой Отечественной войны. У нас есть улица Угубина, и, наверное, очень многие не знают, а что же такое произошло на улице Угубина. Володя Угубин. Человек, герой, который отдал свою жизнь, чтобы спасти 5 ребятишек. Они на лодке 8-го лед. Тогда называлось тогда Солдатское озеро, Солдатский мост, вы знаете, моста тогда еще не было. И 8 октября тогда уже было холодно на то время. Это у нас еще тепло. Они катались по свежему льду. И лед держит, но они решили попрыгать все вместе, ехали паровозиками. И когда они подпрыгнули, лед провалился, и они провалились. А Володя Угубин с женой в это время шел, он работал в Ленинском речном пароходстве, с женой шел домой. И особенность, он бросился спасать детей, он спас всех. Последнего ребенка он посадил прямо на льдину, а сам утонул, не смогли спасти. Ну и другой человек, который получил орден мужества, который закончил наше речное училище, который погиб при пожарах. Вот его орден мужества, вот он курсант непосредственно. Сама. И вы видите, что Андрей Георгиевич Тудоргин. Он сама пошел работать на флот, но дети и жена попросила его, что сложно есть с детьми. Он перешел работать в пожарную часть. В Мархе случился пожар. И спасая человека, говорят, никого нету. Но кто-то сказал, что там один остался. Он бросился спасти этого человека, и в этом время обрушилась крыша, а он погиб. Буквально недавно у нас было открытие аудитории Лобанова Александра Федоровича. Его сын работает директором Русского драматического театра. И сама одна особенность. Он подарил нам его личные вещи. Александр Федорович очень долгое время у нас был военруком. В 1982 году он провожал на фронт ребят. В Афганистан он проводил 32 человека. И все 32 человека вернулись живы, они ему благодарны, именно благодаря его выручке. И как ребята рассказывают, он построил нас и сказал: я не думал, что придется вам сражаться, но вам придется сражаться. И я буду делать, парни, с вас железобетонных мужиков. И он водил их на дамбу, он заставлял их рыть окопы, заставлял делать марш-броски. И, наверное, благодаря ему, они его очень уважали, они остались все живы. Они были друг другу взаимовыручкой. И когда на одной из точек осталось 8 наших ребят, которых спасти нельзя было, один из наших курсантов поднял вертолет, говорит: курсанты, за мной. И все речники бросились в вертолет, они на эту точку прилетели. Они 8 человек забрали, только вертолет поднялся и стали эту точку утюжить. То есть, если бы они их не забрали, они бы все погибли. Я еще раз хочу обратиться к тем людям, у которых остались документы о курсантах речного училища, которые учились в военные годы, довоенные годы. Память остается, а время уходит. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы будем хранить ваши документы бережно. О них будут знать все жители нашего города. При Якутском институте водного транспорта оказывается есть еще один замечательный музей, посвященный казачеству. Наталья Георгиевна, расскажите, пожалуйста, что здесь интересного и проведите наш экскурсию. Музей был организован в 2016 году. Хозяин этого музея, который создал этот музей, это Козырь Александр Дмитриевич. Вот. Он живет на Грессе, у него двухэтажный дом, и он там
там все его экспонаты находятся в музее. А часть дом-музей такой тоже, да? Да, а часть своего, вот, своих экспонатов он сюда поместил. Попросил у Ярослава Михайловича кабинет, и вот здесь открыл музей. Вот, как раз у нас здесь, ну, здесь вот монархи все, как казачество началось с 16-го столетия. Вот, и вот здесь как раз первый портрет, это Грозный. Иван Грозный. Петр I. Да. Александр, Николай, все есть, да? Да. И вот при них как раз, ну, развивалось казачество. Ага. А когда вот именно в Якутск тогда пришло, когда начинается вот история вот, именно? Вот у нас как раз, видите, Якутский казачий полк. Как раз Козырь Александр Дмитриевич, он атаман этого полка. Вот. И вот как раз вымпел у нас висит вот. Так, сразу покажем же. Давайте. Вот он, вымпел. Вот он, Якутск, да. Казачий полк. 1701 год, да. В прошлом году юбилей, значит, был. Да, но отмечаем мы в этом году. Ну, в прошлом было, об этом отмечаем. И вот как раз, вот у нас иконы, ну, иконостаса нет, как положено. Но у нас иконы очень ценные. И вообще, они, наверное, единственные у нас в России. Ну, вот. Потому что, ну, таких нет нигде. Это вот Александр Дмитриевич все это сам, да, достал. Да, он покупает все. И вот эти картины он заказал, художник нарисовал. И вот портреты наших первых первопроходцев. В Якутске, которые, да? Но это у нашей улицы как раз носят их имена. Вот. Кого мы можем отметить? Бекетов первый. Петр это Бекетов, да? Да, который создал наш город Якутск. Потом, значит, у нас 30-е годы, 1632. Ну, еще, да. Еще, значит, потом у нас Дежнев, вот Пянда, да. Хабаров. Вот как раз наши улицы носят имена. У транспорден бир самай надалах, бир кытылтан иккис кытылга, жону сәргене, товары тіксихінерер солбулуват сетим болар. Бүйінгі береттен бұ сетим тұхынан өсілбаға білбеккет болуден әренебін, онтан манан бүйінгі тахары бүттіміктенер, қас күн айы 11 аңар частан, бұ жоқ ұскай берені көрігітін ұмнуман көрсі қадері.